It's big privilege to be with you right now. No, come back. Хорошо, буду говорить по-русски, чтобы ты не стеснялся. I'm going to speak in Russian. Рад вас видеть, драгоценные. Аллилуйя. Аллилуйя. Такие счастливые лица у вас. You have such happy faces. Сегодня хороший день прославлять Господа. It's a good day to praise the Lord. И это здорово, что, знаете ли, такое классное поклонение. And it's so wonderful to have such incredible worship and praise. И я верю, что у Бога всегда есть план, чтобы не просто мы могли поклониться и уйти теми же самыми. And I believe God always has a plan not for just to worship and leave the same. Но что-то сделать с нами. But to do something with us. Я не помню, сколько лет назад я был здесь. I don't remember how many years ago I was here. Но буквально недавно я встретился с пастором. But just recently, I met with Pastor Sergey. И он сегодня служит в Сакраменто. And he's serving in Sacramento. И он вновь пригласил меня. And he invited me again. И это так классно и здорово быть с вами. And it's so wonderful to be with you. Может быть, кто-то помнит, я был лет семь, может быть, назад, да? I was here maybe 7 years ago. Does somebody remember? 7 or 8. Many of us were very young that moment. Hallelujah. Хорошо. Сегодня я хотел бы поделиться очень важной проповедью. I want to preach a really important sermon today. И хотя я не знаю ни одного проповедника, кто говорит, я буду делиться неважной проповедью. I don't know any preacher that says I'm not going to preach an important message. Занимайтесь своими делами. Do what you got to do. Просто спите, отдыхайте. Sleep, relax. Все проповеди всегда важны. Every sermon is always important. Но сегодня я хотел бы поднять тему, которая верю, что важна. Особенно сейчас. I want to bring up a topic that I believe is especially important for today. Тема, которая связана с проповедью Евангелия. A topic that has to do with preaching the gospel. Есть здесь кто-либо, кто проповедует Евангелие? Is there someone here who preaches the gospel? Есть кто-то? 8 рук. Anybody? 8 people. Аллилуйя. Знаете ли, у нас есть свои представления об этом. You know, we have our perception of this. И особенно здесь, на западной части Соединенных Штатов, in the Western очень много world. Людей говорят, да мы верующие все. There's a lot of people that say we're all believers. И мы просто приглашаем людей в церковь. And we just invite people to church. Если вы были вовне, if we were out there, то вы сталкивались тоже с таким подходом, что главное просто говорить людям. You maybe come about this approach that you just speak to people. Например, когда я уверовал, like for example, when I believed, when I believed, я не родился в верующей семье. I was not born in a Christian family. Я веровал в 89-м году. I became a believer in 89. И тогда наступало время потепления. And lukewarmness was around former in that time. Former Soviet Union. And former Soviet Union. И через некоторое время мы брали гитары and we would take guitars, и выходили поклоняться Господу and we would come out, we would worship на the Lord, улице. Outside. И часто я сталкиваюсь сегодня and в разных местах. I run into this in different areas. Например, я бываю очень часто в Украине. For example, I'm in Ukraine often. И вы, я знаю, очень большие молодцы, что помогали этой стране. And I know you guys are a great church that's helping this country. Я знаю людей, которые говорят, о, мы будем евангелизировать. I know people that say, oh, okay, we're going to evangelize. Как они будут евангелизировать? How are they going to evangelize? И они берут буклеты. And they take booklets. И потом идут какую-то площадь. And they go to some opening or some area. И говорят, мы будем говорить об Иисусе. And they say, we're going to talk about Jesus. А есть еще один метод. And then there's another method. Когда люди стоят с журналами. When people stand with journals. По двое. In pairs. И знаете, одна деноминация есть такая. You know this denomination. Во всех странах мира, даже на Антарктиде. In all countries of the world, even Antarctica. И как бы у нас в голове есть некие представления. And we have this perception in our head. Я потом спросил того брата, который говорит, я пойду раздавать буклеты. And I asked this brother that said, I'm going to go pass out pamphlets. Я говорю, как оно? I said, how? Как люди спасаются? How do people get Потому saved? Потому что я помню в начале 90-х. I remember in the early 90s. Достаточно было выйти с гитарой. It was enough to come outside and play guitar. Сразу собиралась толпа. And right away there's a group of people. Людей. A huge number of people. А если ты возвышал голос, and if you raised your voice, люди каялись. People started repenting. Останавливались. They stopped. А если давал буклет, but if you gave them a booklet, они его несли вот таким вот образом. They carried it like this. О, это буклет. This is a booklet. Сегодня, but today, всех просто завалили буклетами. People have been buried in these booklets. Если вы начинаете петь, if you start singing, люди вам начинают давать деньги. People start giving you money. Они не понимают, что вы хотите. They don't understand what you want. Потому что, ну, немножко изменились времена. Because times have changed. Но мы But we, можем мыслить теми временами. We can think like we thought back then. Сегодня трудно проповедовать. It's hard for me to preach right now. Просто будем молиться. Let's just pray. Но But,
Когда Иисус сказал, идите проповедуйте Евангелие, when Jesus said, go and preach the gospel, Он не сказал только ученикам или своему поколению. He didn't say this only to his disciples or his generation. Он сказал на все времена. He said it for all times. Он сказал, что это будет до конца времен. He said this will be till the end of the times. Евангелие будет проповедано по всей вселенной. Will be preached all over the world. Во свидетельство всем народам. In testimony to all, и at every nation. И тогда придет конец. And then the end will come. То есть это не первое поколение. This is not just the first generation. Век, not just the first century. Не конец Советского Союза. Not just the end of the Soviet Union. Не просто какие-то территории. Or some kind of territory. Но всегда. But always. Значит, у него есть какие-то методы, so he has some kind of methods, которые всегда работают, that always work, которые работают каждый век, каждый год, in every century, every year, для каждой страны, for every nation. И это не обязательно буклет. And it's not just a booklet. Когда мы проходили очень сложные времена, when we were going through really hard times, гонений и всего остального, persecution, everything else, мы вдруг обнаружили, мы не можем распространять буклет. We realized we can't pass out booklets anymore. Вообще не можем. We can't at all. И для некоторых было как же так? And for some people, this is like, what are we going to do? Мы не можем говорить Евангелие. We can't preach the gospel now. Но я посмотрел в Библию. I looked in the Bible. И там не было буклетов. And there was no booklets there. Wow. Я начал смотреть, может быть, там можно арендовать зал. And I saw maybe you can rent a sanctuary somewhere. И там не было, чтобы арендовать зал. And there's no renting any kind of area. Есть масса вещей, которые пришли в нашу жизнь. There's a lot of things that have come into our life. Но их не было в Библии. But they weren't in the Bible. Я не говорю, что это плохие методы. And I'm not saying they're bad methods. Но я думаю, что нам надо расширить свой взгляд. But I think we need to widen the way we're looking. Look wider than we looked before. Потому что я верю, что церковь может сделать гораздо больше. Because I believe the church can do much more to salvation for people. And there's a example in the Bible and a method in the Bible. Как проповедовать Евангелие? How to preach the gospel? Давайте мы посмотрим. Let's look at this. Когда мы сейчас были, when we were just мы here, начали разговаривать с пасторами. We were just talking with the pastors. И я вдруг обнаружил, вау, буквально это место Писания совсем недавно использовали. And I realized this scripture was just used last weekend at the youth service. Вау, я испугался даже. I got scared. I thought, что одну проповедь говорим. We might preach one sermon. Потому что я буду говорить по Деяниям апостолам 3 глава. Because I'm preaching out of Acts chapter 3. Но я пересказал и сказали: "Не-не-не, нормально." And we talked about the sermon, everything's good. Мы говорили о другом. We're talking about different things. Говорю? Yes, amen. Молодец, слава Господу. Давайте откроем Деяния. Open up to Acts, please. А, я знаю, включите Деяния. Or turn on Acts, please. Сейчас новые времена. New time we're living in. Подгрузите третью главу. Load up chapter 3. Аллилуйя. Hallelujah. Я специально выхожу из Библии, потому что для некоторых это очень важно. I come out with the Bible purposely because когда батарейки сядут, this is important. If the battery drains, this thing still works. Но некоторые носят чарджер с собой. But some carry chargers with themselves. Итак, вы знаете эту историю? Петр и Иоанн шли в храм в час молитвы девятой. You know this story where in the hour of prayer Peter and John are going to the temple? Читал кто-то? Помашите рукой. Has anyone read this story before? Остальные не могут понять, о чем вообще идет речь. Someone else doesn't understand. Там описывается история. In this story, и мы посмотрим в ней, and we're going to look at несколько важных вещей. A few really important things. Я думаю, может быть, четыре важные вещи. Four important things. И пойдем быстренько с самого начала. And then we're going to start from the beginning. Итак, Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. 3:1. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer. Самое первое, что я хотел бы сказать. The first thing I want to say. Что они шли вместе. That they were walking together. Я помню одну проповедь, когда один служитель сказал так. One sermon a pastor said. В этой истории вообще два чуда. In this story, there's actually two miracles. Одно чудо, человек хромой исцелился. One miracle is that the lame man walked. Второе чудо. The second miracle. Два апостола шли вместе. Two apostles were walking together. Часто. Often. Люди, когда становятся в какой-то позиции. People that become in some kind of position, призвание, calling. Они говорят, я имею призвание. They say, I have a calling. И каждый идет своим путем. And they walk their own way. Но то, что мы видим здесь, but what we see here, они шли вместе. They were walking together. Мы имеем разные дары в церкви. We have different gifts in the church. Мы имеем разные призвания. We have different callings in the church. Мы не одинаковые. We're not the same. У нас даже пиджаки разные, кстати. Even our jackets are different. Мы роста разного. We're different in height. Мы разного пола, образования, воспитания. We're different in gender, education. Но
Одним духом мы крещены в одно тело. Baptized with one spirit into one body. И это гораздо сильнее, когда мы вместе. Stronger when we are together. Вот почему я уверен. This is why I'm confident. Когда человек призван. When a person is это called. Это не для того, чтобы сказать, я пойду своим путем. It's not just to say I'm going to go my way. Но мы можем вместе сделать гораздо больше. But together we can do much more. Кто-то может играть. Someone can play. Кто-то может петь. Someone can sing. Кто-то петь не может. Someone can't sing. Аллилуйя, что они не поют. Но он может разговаривать с людьми. But he can talk to people. Кто-то может заниматься электроникой. Someone can deal with electronics. У кого-то сердце горит для сирот. Someone's heart's burning for orphans. Кто-то едет в другие страны. Someone's going to other countries. Когда мы вместе, when we are together, мы можем достичь гораздо больше. We can reach much more. Вот почему, когда мы говорим о евангелизации, this is why when we speak about evangelism, я верю, что I believe это основа основ. That this is the foundation of foundations. Церковь несет Евангелие. The church carries the gospel. Мы вместе несем Евангелие. Together we carry the я gospel. Я встречал недавно в Киеве одного человека. I met one person in Kiev for a second. Классный человек. Awesome person. Я сел в такси. I sat in the taxi with him. И он едет. He's driving. Он говорит, что-то я вас знаю, кажется. He says, seems I know you. Вы случайно не? Я говорю, да, да. I'm like, yes, yes, yes. И он видел какое-то телевидение, где я там был. He saw me on some television show. И мы начали разговаривать. And we started talking. И он говорит, я вообще не хожу в церковь. He says, I don't go to church. Но я постоянно евангелизирую. But I'm always evangelizing. Я говорю, куда вы ведете людей? I'm like, where are you leading people? Oh, я им говорю идти в разные церкви. I tell them to go to different Главное churches. Родиться свыше. But the most important thing is to be born again. Но я редко встречаю мамаш. I rarely meet people. Moms. Mothers. Которые рожают ребенка. Who give birth to children. Где-нибудь в роддоме. In some kind of hospital. Потом дают ему визиточку. And then they give him. И говорят, там адрес a business папы, card, мамы. And they say, this is the address of mom and dad. Каждое воскресенье приходи к нам домой. Every Sunday, come over to our Мы тебя накормим. We're gonna feed you. И даже каша манная будет. And there's even gonna be всегда welcome. A really good porridge. And you're always welcome to come. Hallelujah. Hallelujah. Но я думаю, что чаще, когда мы рождаем ребенка, I think when we give birth to kids, мы заботимся о ребенке. We take care of the kids. Вот почему надо быть вместе. This is why we have to be together. Одни принесли спасение. Someone brought salvation. Другие подняли человека духовно. Someone raised the person up spiritually. Апостол Павел говорит в послании к Коринфянам. Apostle Paul says in Corinthians. Я насадил, Аполлос поливал. He said, I gave seed, but Apollos watered. Взращивает Бог. But God is growing. Вот почему надо быть вместе. This is why we have to be together. Но еще важная вещь в этом первом. But it's also important in this first verse. Не просто, что они шли вместе. They were not just walking together. И запомнили, это очень важно. And this is also very important. Но вторая вещь. But the second thing. Они шли в храм. They are walking to the temple. Когда мы читаем слово храм. When we read the Bible, it says temple. Час молитвы девятой. In the hour of ninth prayer. Это значит, в церковь они шли. That means they're going to church. Час молитвы девятой. In the hour of ninth Прямо prayer. Прямо как сегодня. And this is right now, like this morning. Но да и нет. But yes and no. Ну, во-первых, девятый час. The ninth hour. Это не утро. Is not morning. Если говорить по тому времени. If we speak according to that time. А там в среднем с шести утра это где-то три часа дня. This is about 3 o'clock during the day. Во-вторых, когда мы говорим о церкви. Second of all, when we speak about. Нас смущает слово храм. The church, the temple, kind of mixes us up. Но для нас это место, где мы все собрались вместе. This is the place where we gather together. Но. But. Если мы говорим о том храме. If we speak about that temple. Это не место, где собирались одни христиане. This is not a place where only Christians gather. Так или не так? Is this true? Там были и верующие, there were и неверующие во Христа. And unchristians or non-believing in Christ. Там были те, кто приносили жертвы. There were those that brought sacrifices. Там, где продавали. There were those that were selling there. Вы помните, столы Иисус раскидывал? Remember the tables that Jesus was flipping? Это же все там было. This was all happening at the temple. То есть, другими словами, in other words, это было самое главное социальное место. The temple was the main social point for the city. А где собирались одни христиане? But where were the Christians gathering? В верхней горнице. In the upper room. Мы же читали вторую главу. Remember, we read chapter 2. Они собирались потом в храме, по домам. In the temple and in their houses. Но там в верхней горнице у них было как главный офис. But in the upper room was their main office, their main location. Когда мы смотрим на это, when we look at this, мы сегодня должны поменять наше представление. Today we have to change the way we're looking at this. О задачах церкви. And the job of the church. Я верю, что церковь должна быть вместе. I believe the church has to be together. Я верю, что мы должны собираться вместе. And I believe we have to gather together. Но есть одна особенность. But there's one special thing. Есть масса церквей. There's masses of churches. Я не знаю, слышали это слово интроверт и экстраверт. Have you heard of this
saying introverts or extroverts? Yeah. Интроверт — это который человек направлен на внутренний мир. Introverts are people that are focused on their inner world. Например, люди интроверты. You know, for example, introverts. Они собираются где-то вместе. They gather together somewhere. И они сидят, книжку читают. And they sit there and read books. И мне интересно общение с людьми. And they don't want to socialize with people. А экстраверт. But extroverts. Они общительные. They're, привет! Hey, how are you doing? Там выкидывают книжку, давай общаться. And they read and they talk together. Это такое между людьми. This is between people. И церкви. And the church. Часто такие. Often is like this. Многие церкви интровертные. Many churches are introverts. Все внутри. Everything inside. Мы направлены внутрь. We're focused on what's happening here. Мы проведем семинар. We're going to have seminars. Чтобы еще крепче стать. To be even stronger. И помолимся. And we're going to pray. И еще будем собираться вместе. And we're going to gather together. По домашним общениям. Home fellowship. And Sunday we're going to gather. And we're going to come to practice together. And for the preparation for the practice. And for the cleaning after the practice. And everything that's happening. Everything's happening inside. But if you want to come to us, come at 9 a.m. This is the. Everything is around the church. When we look at the apostles, let's look very carefully. They weren't going into the church. They were leaving the church. They were going to social places where there's a lot of people of unbelieving people and unbelieving people. And this is important to understand. We're called to have fellowship, but we're called to reach this world. The scriptures say, go all over the world and preach the gospel to every creature. Let's keep moving forward. Hallelujah. И был человек. And there was a person. Итак, первый момент. This first moment. Я уже сказал. I already said it. Они вместе пошли в этот мир. They're walking together to the world. Церковь призвана идти в этот мир. The church is called to go to the world. И посмотрим как. And look how. И был человек. And a certain man. Хромой чрево матери, которого носили, сажали каждый день при дверях храма, показывая, называемых красными, просить милостыню у входящих в храм. And a certain man, lame from his mother's womb, was carried, whom they lay daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who entered the temple. Он, увидев Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Who, seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms. И Петр с Иоанном, всмотревшись в него, сказали, взгляни на нас. And fixing his eyes on him, with John, Peter said, look at us. Знаете, вообще интересное место Писания с разных сторон. Right away, this is... From different angles, a really interesting scripture. Мне вообще даже это нравится фраза «взгляни на нас». I even like how he says «look at us». Потому что мы живем в такое время, когда христиане говорят. Because we live in a time right now where Christians are saying, «Ты на меня не гляди». Don't look at me. И тушат сигаретку. And right here is a cigarette. Убирают баночку пива. Their little bottle of beer. Откладывают какой-нибудь Playboy журнал. Playboy magazines they hide under their. На меня не смотри. Don't look at me. Смотри на Голгофу. Look at the cross. Hallelujah. Hallelujah. Но они говорят, but they say, взгляни на нас. Look at us. Но знаете ли что? Там начинается немножко с другого. Something starts here from они a different way. Идут they're going, среди, мимо этого парня, который постоянно там сидит. And they're going past this man that's always there. Я уверен, что они ходили очень часто. And I believe they would walk this path often. Но в этот момент, but in this moment, он просил у них милостыни. He was asking them for alms. И там есть такая фраза, я не знаю, как она по-английски. And there's this phrase, I don't know how it is in English. Петр с Иоанном, всмотревшись в него. It says Peter and John looked at him. They gave them his attention. They gave look and they fixed his eyes on him with John and Peter. А, я посмотрел следующий стих, да. Да. Они внимательно начали смотреть. They carefully begin to look. Знаете ли, это важный момент, второй момент, о котором я говорю. This is an important moment, the second moment I want to talk about. Как же достичь этот мир? If all of us were to reach the world. Одна из главных вещей – обрати на него внимание. Look, pay attention to him. Есть масса людей. There's masses of people. Которые ходят мимо. That walk right by. И мы их не замечаем. And we don't notice them. Не, мы их замечаем. No, we notice them. Но мы их не замечаем. But we don't notice мы them. Не понимаем их нужды. We don't understand their need. У этого парня была нужда. This young man had a need. И вместо того, чтобы просто пройти мимо, and instead of just walking by, они остановились. They stopped. И начали на него смотреть. And they began to look at him. Знаете ли, любая сфера, на которой мы останавливаем свой взгляд и начинаем смотреть, you know, in any area where we stop and begin to look, оно помогает нам что-то осмыслить. It helps us realize something. Я смотрю на экран. I look at the screen.
Но если я долго буду смотреть на экран, but if I look at the screen for a while, откуда проектор? I'm going to think, where's the projector coming from? Почему такая яркость? Why is it so clear? А как увеличить? How does it get bigger? А что с проектором? What's the projector? How is it? Когда я смотрю на Библию, at the Bible, и думаю, and I think, я получаю откровение. I receive revelation. Когда ученый сидит над какой-то и смотрит на какую-то проблему, when a person that's educated is looking at a certain problem, у него рождаются идеи. He has ideas. Понимаете, есть важный момент, когда мы обращаем на что-то внимание. There's this important moment when we pay attention to something. Например, некоторое время назад, maybe some time ago, for example, в Украине появилось движение капелланов. In Ukraine, there was a movement of chaplains. И оно пришло, когда пришла война. And it came when the war came. Но у меня один маленький вопрос. But I have this question. А раньше были ли солдаты? Before the soldiers. А офицеры? There was officers. Но почему-то никогда в жизни церковь не говорила. Why did the church never say? А почему бы не сказать Евангелие им? Let's not why not preach the gospel to them? Но просто когда это начало случаться, but when all this started happening, масса людей смотрели. A mass of people телевизор. Were looking on the internet, люди looking on the TV. Ехали туда, and the people began to drive there видеть, что происходит, and started to see what's going on служить. And began to они serve. Обратили внимание. They paid attention. Был момент, когда люди обратили внимание на сирот. There was a moment when orphans were paid attention каждая to. Каждая ситуация, которую вдруг мы начинаем делать в обществе. Any situation that we see in society. Ей предшествует наше внимание. Our attention is called to be upon когда мы обнаруживаем. When we find out. А почему? Why? Как этот человек живет? How is this person а спасен living? Он или нет? Is he saved or not? А слышал он об Иисусе или нет? Did he hear about а Jesus как его or not? Жизнь изменится? Is his life going to change? А что нужно делать? What do I need to do? Поймите, это не сработает, если я просто возьму буклет. This скажу, is not going to work if I just grab a booklet. Here, come to Jesus. Потому что он вообще думает о другом. Because he's totally thinking of something else. Его разум захвачен чем-то иным. His mind is captured by something else. Но когда я вижу нужду, but when I see the need, тогда вдруг возникает этот контакт. All of a sudden there's contact. И тот человек ждет. And that person is waiting. Мы встретились глазами. We fix our eyes on them. Это не так, как ты мимо идешь. It's not just you're walking by. Подходит кто-то на улице бездомный. And some homeless person is sitting on the street. И ты что-то ему дал. And you give him something. And you just keep driving. Ты остановился. You stop. Ты смотришь. You look. Он смотрит. He looks. Он ждет. He's waiting. А ты внимательно смотришь. And you're looking intently. Возникает вот эта искра. And there's a spark that happens. Чтобы начать что-то делать. To begin to do something. Это очень важный момент. This is an important moment. Второй момент. The second moment. Обнаружь нужду. To see the need. Обнаружь. Discover the need. Тех людей, те слои общества, которые нуждаются в спасении. Those people in society that are in need of salvation. Нуждаются в помощи. That are in need of help. Нуждаются в реакции. That are in need of a reaction. Есть масса вещей, которые мы не видим. There's a mass of things that we do not see. Есть разведенные люди. There are people that are divorced. Они идут по улице, у них все хорошо. And they're walking, everything's good. Но на самом деле не хорошо. But in fact, it's not good. Есть люди, которые пережили насилие. There's people that were raped when they were little. And it seems everything is good. But inside it's not good. Why is there such a reaction in society? Someone picked the problem. But it's bad when the world does this. But it's powerful when the church does this. Because we have an answer to it. We can bring truth to them. Jesus can heal the heart. He can wash with his blood. And this is a powerful moment. But often we don't see. We run according to our plan. We need to pay all credit cards off. We need to hurry up and get to work. And hurry up to get back from work. And hurry up to get to the bank and then to church. And all our life is fast. But sometimes we need to stop and look around. And you know what happens? Этот парень пристально смотрел на него, надеясь что-то получить от них. Пятый стих говорит. Verse 5. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. И шестой стих говорит так. And verse 6 says. Но Петр сказал. Peter said. Серебра и золота нет у нас. Silver and gold I do not have. А что имею, то даю тебе. But what I do have, I give you. Во имя Христа Назарея, встань и ходи. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Это третий момент. This is the third moment. Это фактически основание для проповеди Евангелия. And this is the foundation for preaching the gospel. И для вразумления нас. And for us to come to the knowledge. Потому что они могли бы сказать. They could have said. Что ты ждешь? What are you waiting for? Он говорит, мне нужны деньги. I need money. Извини, нет. I'm sorry, I don't have any money. У нас такое пожертвование было, только что недавно. Вторую главу потом почитаешь.
They brought all their money there. We gave it all away. Nothing's left. Просто, прости, I'm sorry. And they just keep going. Но, but he says a unique phrase. У меня нет серебра и золота. I don't have silver or gold. Но что я имею, то but даю what тебе. I do have, I give to you. Мы часто сфокусированы Often на том, we что focus мы не имеем, on what we do not have. Чтобы сказать, что я не могу сделать. To be able to say, I cannot do anything. Вместо того, чтобы поменять Instead взгляд, of changing that, и посмотреть, что я имею, what do I have? Чтобы посмотреть, что я могу сделать. To see what I can do. Потому что есть масса вещей, которые я не имею. Because there's a lot of things I don't have. Но есть масса вещей, которые я имею. But there's a lot of things I do have. И это может стать основанием. And this thing can become the foundation. Для служения. To ministry. Для того, чтобы достичь человека. To reach that person. В разных вещах. In different areas. Здесь в Библии. Here in the Bible. И в нашей жизни. And in our life. Мы встречаем людей. We meet people. Которые служат. That are serving. Теми дарами, которые они имеют. With the gifts that they have. Например. For example. Человек пережил трагедию. A person experienced tragedy. И он не просто пережил трагедию. And didn't just experience tragedy. Он прошел боль. He went through pain. Как Павел говорит в послании к Коринфянам. Like Paul says Corinthians. Он говорит, мы страдали. We were suffering. Для вашего утешения. For your peace. Потому что если человек не страдал, because if a person did not suffer, братан, все будет хорошо. He's going to say, everything's going to be good. У него нету веса в его словах. But he has, there's no weight in those Но words. Но люди, которые прошли страдания, but people that went through suffering, их слова становятся серьезными. There's words that they say that become serious. Если они говорят, when they say, все замолкают. Everyone's quiet. Но их боль But their pain становится исцеляющим источником для тех, кто в боли becomes сегодня. A healing source for somebody else. Я знаю одну женщину, I know one woman, которая имела проблемы с ребенком с синдромом Дауна. She had a problem with her child who had Down syndrome. Называют солнечные дети. These are the sun children. They call them sun children. Да. И это было в одной стране СНГ. And it was in one country. И она очень такая, знаете ли, smart. And she was a very smart И она lady. Читала книги, and she was reading изучала books, все. Studying everything. И в один момент, and in one moment, она просто решила she just decided помочь еще одной маме. To help another mom. И просто занимаясь своим ребенком, and она помогала другой. While dealing with her children, а потом she's helping другой. Another children. And then а another. Потом еще другой. And then another child. Через некоторое время у нее возникла Eventually, целая команда. She had a whole team. Верующих и неверующих. Christians and un-Christians. Но она говорила им о помощи and she was детям. Speaking to them about helping children. И говорила об Иисусе. And told them Потом about Jesus. And then she came to the pastor. Pastor said, Pastor, у меня команда из людей. I have a team of я people. I serve Мы them. Собирались в кафе. We gathered Мы a, не at помещаемся. A coffee shop. We're not Может sitting there. Быть, комната Is there some kind of room we have? И это слава Богу. And praise God. Бог дал ему мудрость. God gave him Он wisdom. Хорошо. He said, of course. Давайте собирайтесь. Go and gather. И они начали собираться. And they began to gather. И сегодня and today, там собирается почти что 100 человек. There's about 100 people Родители, there. Parents. Детей, у которых серьезные проблемы. Whose children have serious issues. Детский церебральный паралич. Cerebral palsy, right? Is that what you said? Right. Синдром аутичного спектра, аутизм. Autism. Синдром Дауна. Down syndrome. И они собираются вместе. And they gather together. 30% этих людей 30% of these people уже пришли ко Христу. Already came to Jesus. Однажды пастор зашел и говорит, вау, вас столько много. There's so many of you. Может быть, мы давайте чай вам будем Maybe еще we're покупать. Tea for you as well. Какие-то some kind of sweets. Церковь стала менять мышление. The church began to change Люди their mind. Начали идти в церковь. People began to go Почему? To church. Why? Не потому, что эта женщина Not сказала, because this woman said, у меня есть деньги, I got деньги. Money, let me give some Нет, money. No. У нее есть проблема. She had a problem. Но у нее есть навык преодолевать эту проблему. But she has what she has to go и over то, that problem. И то, что она имеет, она начала давать другим. And what she had, she began to give to people. Есть масса вещей, There's a massive things которые мы встречаем. That we face. У меня есть один друг. I have a friend. Он живет в Германии. Lives in Germany. Его зовут Владимир. His name is Vladimir. Он иллюзионист и клоун. He's a clown. Клоун. He's a clown. Да, иллюзионист. Oh, an illusionist. Yeah, does all these tricks. Появляется кролик, исчезает кролик. And all of a sudden a rabbit appears and decides. People are like, what is he doing? This is not Christianity. Но знаете что? You know what? Он зарабатывает деньги там на шоу. He makes money there Он on the show. Он стал просто профессионалом. He became a professional. Выступает на супер всяких соревнованиях иллюзионистов. Steps out at big competitions and shows. Но потом он берет деньги. Then he takes money.
едет в Белоруссию, and goes to Belarus, в Украину, to Ukraine, в Россию, to Russia, в Азию, to Asia, и идет в детские дома, and he goes to children, to orphanages, идет дома, где люди, где дети больные, goes to hospitals where children are sick, и у него есть целое шоу, and he has a whole show he performs, где он в этих иллюзионах, where, в этих through these illusions and jokes, как клоун, он говорит, as a clown, добрый клоун, he said, I'm a good clown. Он приносит детям веру в будущее. He brings children hope for their future. Понимание, как правильно жить. Understanding how to как live правильно right, говорить. How to speak как right, относиться к ближним. How to treat your neighbor. Когда заканчивается его выступление. When his show is done. Дети радостные. The children are rejoicing. Взрослые просто умиляются. And the adults are crying. Потому что понимают. Because they understand. Это просто чудо, что он служит. This is a miracle that he's serving. Это то, что он имеет. It's what he has. И то, чем он служит. And it's what he's using to serve. Есть масса идей, которые мы можем делать. Whole list of ideas that we can begin to do. Одни могут послужить одним даром. Some can serve with one gift. У кого-то есть время. Someone has time. У кого-то есть транспорт. Someone has transportation. У кого-то есть финансы. Someone has finances. У кого-то есть какое-то знание. Someone has some kind of knowledge. Я помню, однажды была ситуация. I remember this moment. У одного пастора, моего друга. That one pastor had, he's my friend. Сейчас у него такая ситуация в стране, что даже лучше не говорить. There's crazy things going on in his country. It's better not to say where he's from. Они подумали, как бы нам достичь молодежь в соседнем городе. They thought, how can we reach the youth in the neighboring city? Как бы достичь молодежь? How can we reach Но the youth? Но они не могли достичь. But they couldn't reach them. Потому что это другой город. Because it's a different city. И ездить постоянно у них не было денег. And going there all often they don't have money for. И там был парень, который сказал, вау, у меня есть идея. And there's a young man that said, I have an idea. Он говорит, я хочу предложить вам. I want to give you this idea. Есть одно слово. There is one word though. ICQ. ICQ. Слышал кто-нибудь из времен динозавров такое слово ICQ? Back in the dinosaur times, has anyone heard of ICQ? Это messenger. It's a messenger program. Was that? Messenger app. Кто-то знает, бабушки, дедушки. Has anyone heard it of it? Во времена Сталина еще переписывались. Это как messenger, как Viber. It's almost like Viber. Like WhatsApp. Like WhatsApp. Только одни циферки. But just numbers. И у каждого код есть. And everyone has a code. И that's it. And that's it. И они взяли, поехали в тот город, развесили около каждого колледжа, лицея, школы, института school, college, institute, объявление. They hung this announcement. ICQ, это три буквы. ICQ. ICQ – доверие. Trust? ICQ yes. Trust. 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 Trust line. ICQ trust line. And then they left these numbers. They returned. And he explained how this all works. You know, in some time, different young people began to write them. They don't know who they are. They don't know who they are, and they don't know who they are. They're just writing them. And one person says, I have an issue with a girl. I got an issue with my parents. I got kicked out of school. Someone said, someone's bullying me. And they begin to serve them. And then in some time, they begin to build these relationships with these people. They begin to bring them to Jesus. And then in some time, people got saved. There's a huge amount of things that we do not have. But there's always the question, what do we have? What gift? What ability? Remember one elderly person, I had this dialogue in church. Он говорит, мы команда евангелистов. He said, we're a team of evangelists. Что вы делаете? What are you doing? Мы ходим и раздаем буклеты. He said, we walk around, we pass out these pamphlets. Я говорю, вау. And I said, wow. Супер. That's super. Но вопрос. But the question. Много ли пришло людей? Did many people come? Он говорит, пока никто. No, no one yet. Но это семена. But this is a seed. Я говорю, аминь. I said, amen. Я говорю, есть что-то, что вы можете. But there's something you говорит, can я, do. Я вообще на пенсии. He said, actually, I'm retired. Я говорю, хорошо. I said, okay. Вы умеете играть в шахматы? Do you know how to play chess? И несколько человек в этой команде пожилых людей, and a few people in this elderly group of evangelists. Один сказал, я могу. They said, I can play chess. И другой говорит, я могу. Another guy said, I can play. Сделайте группу шахматистов. Make a chess club. Я говорю, я такой видел в Одессе. And I was in Одесса, такой город, так говорит, Одесса. Одесса, city. Одесса. Yes. Есть кто-то из Одессы?
Аллилуйя. И там есть такая точка, где шахматисты сидят и режутся. And there's a point in Odessa where they play chess. Я говорю, представь, вы основатели этого. I said, imagine you are the ones that start this. И вы это делаете. And you are the ones that are doing this. И другие люди приходят. And people are coming to play. Но у вас постоянный контакт с ними. But you have a constant contact with them now. И ты можешь не просто играть. And you're not just playing chess. Ты разговариваешь. You're talking to them. А может быть, молодые люди придут. And maybe they're going to be young people. И это будет другое влияние. And this is going to be a different influence. Да вообще сделать тур в церкви. Do a chess tournament in your church. Say, let's go. We're gonna have a special team playing. There's a huge number of paths we can take. I know two other guys that are pastors of churches. They started a whole gym of CrossFitters. And they train. Но кроме всего, они служат тем, которые, например, имеют проблемы со здоровьем. And then they begin to serve as someone who has a problem with healing or sickness, трудности в жизни. Who has some kind of difficulty in his life. И многие люди. And many people. Однажды одна женщина пришла и сказала: One woman came and said, "Вы кто? Who are you?" Он говорит: "Ну вообще-то я пастор." He says, "Well, actually, I'm a pastor." Он говорит: "Как ты чувствовал?" She said, "I felt it." Я прямо чувствовал. I felt it. Он говорит: "А что случилось?" He said, "What happened?" Он говорит: "Мне было непонятно." She said, "I didn't understand." Он говорит: "Знаете ли, я смотрю." Вы не материтесь. You're not cussing. Улыбаетесь. You're always smiling. Я знаю, в Америке ничем этим не удивишь, да? You know that you're not going to surprise anybody with that in America. Никто на улице так не будет откровенно материться и не улыбаться. No one's openly cussing on the streets. Но там, в СНГ, это очень серьезный момент. It's a really serious thing. Вы какие-то другие. You're different. Он говорит, теперь мне все стало понятно. Now I understand. А можно прийти к вам в церковь? Can I come to your church? Да, конечно. He said, of course. Знаете ли, когда у человека нужда, when a person has a need, и когда мы послужили в нужде, and when we serve the need, его отношение совершенно his другое, relationship to us changes, к тому, что мы скажем, to what we're going to say, к нашим словам, to our words, он абсолютно открыт, they completely open up. И знаете что, четвертая вещь, на которой you know, the fourth thing that we're going to end on, Писание говорит, the scripture says, что когда это все произошло, that after all this happened, он взял этот дар был у апостолов. A gift that the apostles had. Сработал дар исцеления. A gift of healing. Он взял за правую руку поднял He grabbed them by и his right hand. And it says, his legs and feet were strengthened. Скакать, and he began to jump, славить Бога. Began to praise God. А народ пришел и начал говорить, о, это они сделали. And all the people saw him walking and praising God. Читали вы это или нет? Что апостолам пришлось разодрать одежду и сказать. The people begin to say, they did this, and they begin to tear their clothes. Why are you looking at us? As if it was our power that did this. Or our goodness that did this to them. It's the name of the one that you crucified. He and faith in him. It gave healing to this man. Not by us. This is the fourth moment. We can do mighty things. And people are going to congratulate us. And giving us things. And showing us in Fox News. Or in that place, everyone's going to respect you now. But you know what happened here. They did not just receive почтение, уважение. Honor or respect. Они взяли это уважение. They took this respect и перенаправили and they redirected it на Господа. To the Lord. Чтобы ваши добрые дела, that your good deeds, вы помните Нагорную проповедь, remember the Sermon on the Mount, прославляли would give Отца praise to the Father вашего небесного. In heaven. Сегодня за 20 лет изменилась ситуация. Today in 20 years the situation has radically changed. Которые просто изменили взгляд общества на ЛГБТ. People that have changed the way they look at LGBT community. Потому что они взяли эту идею. Because they took this idea. Coming out. Coming out. Человек поднимается в жизни. A person сделал кучу добра. A person grows up or does a lot of good things in his life. И стал актером или бизнесменом. An actor or a businessman, somebody people еще. Know. Or somebody else. И все уважают. And everyone respects him. И потом он говорит. And then he says. У меня другая сексуальная ориентация. I have a different sexual orientation. И вначале люди говорили, что? And in the beginning people are like, what потом, are you да talking ладно? About? What are you kidding может быть, me? Что-то ты изменишь. Maybe you're going to change something. Каждое действие меняло взгляд. But every act changed и the way we look at them. И общество становилось толерантным. And the society became tolerant to this а community. А какая позиция церкви? What is the position of the church? Что мы можем сделать? What can we do? Как мы можем послужить? How can we serve?
сделать какой-то классный бизнес. To do some great business. Сделать какую-то социальную работу. To do some social work. Поддержать. To give support somewhere. Оградить кого-то от чего-то. To protect someone from something. И когда люди говорят: "Вау, вы такие крутые!" And then people when they say, "Wow, you're so awesome!" Сказать: "Ребят." To say, "People." Я хочу сказать правду. I want to tell you the truth. Это мой христианский coming out. This is my Christian coming out. Я христианин. I'm a Christian. Почему я это делал? Why I'm doing this? Потому что Бог вложил в мое сердце. It's because God put it in my heart. Я посмотрел в Библию. I looked in the Bible. Иисус ровно так сделал. And Jesus did just that. Он пришел в этот мир. He came into this world. И умер за мои грехи. Died for my sin. И воскрес для моего оправдания. And rose for my justification. Я посмотрел на него. I looked upon him. И он дал мне эту идею. And he gave me this idea. И поэтому сегодня такое изменение. That's why there's changes happening. Это из-за него. It's because of him. И люди, которые нас уважают. And people that respect us. Они не могут сказать: "Да, я верю вам." Whatever. Они скажут. They'll say. Слава Богу. Praise God. Их сердца будут другими. Their hearts change. Что-то будет меняться. Something begins to happen. Сегодня мы живем в такое время. Today we're living in a time. Когда не всегда работает уличная евангелизация. When street evangelism doesn't always work. Не всегда работают буклеты. Booklets don't always work. Я верю, что работает и то, и то. I believe both work. Но самое сильное. But the most powerful thing. Работает этот принцип. Is this principle. Двигайся вместе. Moving together. Увидеть нужду. To see the need. Что у тебя нету. Not what you not what you don't have. Не проблема. It's not a problem. Что у тебя есть. What do you have? Сделай то, что согласно твоим нуждам, проблемам, do what you can according to that need or problem. И когда ты поможешь человеку. And when you help that person. И внимание будет людей нацелено на тебя. The attention of the people now. Перенаправь это внимание. You direct it to him. И очень многие люди придут ко Христу. And many people will come to Jesus. И весь народ да скажет. And let all God's people say. Аминь. Давайте мы встанем. Let's stand up together. Аллилуйя. Слава, 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 слава тебе, Иисус. We praise you, Jesus. Аллилуйя. Я помолюсь. I'm going to pray. И передам микрофон. I'm going to pass the mic on. Я хочу помолиться просто, чтобы Бог затронул каждое сердце. I want to pray for every heart to be touched. И использовал вас. And that you would be used by him. Столько даров. There are so many gifts. Столько людей призваний. There are so many people that are called. Отец Небесный. Father in heaven. Мы благодарим тебя. We thank you. Что ты с нами на этом месте. That you are with us in this place. У тебя есть ответ. You have an answer. У тебя есть мудрость для каждого человека. You have wisdom for every person. Что сделать? What to do? Чем мы можем поделиться? What can we share? Что у нас есть? What do we have? Какие знания мы имеем? What knowledge do we have? Какой опыт позади? What experience behind us? Через какие трудности мы прошли? What problems have we walked through? Что мы можем сделать для других? What can we do for someone чтобы else? Чтобы быть потребителями. That we could be used. Которые просто приходят получать. That we're not just those that are receiving. Но я молю тебя. But I pray. О каждом моем брате и сестре. For every brother and sister here. Чтобы каждый. That each one. Мог быть человеком, который служит. Could be a person that serves. Служить тем даром. Serve with a gift. Который Бог даровал ему. That God has given to him. Я каждого веряю в твои руки. And I give every person я into your hands. Я прошу тебя, Господь. I ask you, Lord. Чтобы через эту церковь. That through this church. Еще больше людей пришло к Христу. That even more people would come to Jesus. И имя твое. And that your name. Было прославлено. Would be glorified. Царь царей. King of kings. И Бог богов. And Lord of lords. Вечный единый. Eternal and one. Отец, Сын и Святой Дух. Father, Son, and Holy Spirit. И весь народ скажет. And everyone will say. Аминь. Amen. Аминь. Amen. Amen.